Привет! Сейчас будем определять победителя в акции от компании Эверест и узнаем, кто же выиграет такой замечательный, даже не знаю, как назвать, скейтборд нового поколения, назовем его так. Razer Ripstick Air Pro. Звучит уже очень круто. Так, обязательные условия участия. Третий пункт. В каждой акции он есть. Никуда от него не деться. Третий пункт. Вступить в группу. Правда, тут название будет меняться каждый раз. У каждой акции свой спонсор. Но в группу нужно вступать. Если не вступили, приз не получили. Стишок. Так, определяем номер страницы с 1 по 25. Страница номер 4. 241. 320. Та-дам. Та-да-да-дам. Да-да-дам. 245. Так, 245 человек. Вот сегодня у нас как-то вот не идет совсем. Вот первый не вступает в группу, вот как-то принципиально. Я забыл ее открыть, чтобы убедиться. Татьяна Диплова вступила или не вступила? Татьяна, вы сейчас смотрите видео. Вспоминайте, вступили в группу или не вступили. Я очень всей душой надеюсь, вот, что вступили, но... Думаю, что не вступили. Как-то вот такая вот сложная ситуация. Замечательная йота, как вы видите. Потрясающая скорость. Фантастическая. Это, чтобы вы понимали, мы пытаемся открыть список участников. Фантастически сложная операция для интернета. Но вот как-то не идет. Да, запись об акции есть, мы сразу видим больше друзей, фотографии есть. Но если у нас загрузится список участников, то будет вообще чудесно. Попробуем в новом окне вот. Может быть, поможет. Друзья, еще раз говорю, если есть у вас предложения какие-то, как людям вот, больше внимания обратить, что в группу надо спонсоров вступать, вы мне говорите, не стесняйтесь. Пишите ВКонтакте, и я вот, может быть, так сделаю такой совет, если это будет хороший совет. Вы заметили, что вот все у нас быстренько сгенерировали быстренько страницу спонсора, открыли. А тут вот Йота решила, что я буду, собственно, быстро работать, как спешить. Кто понял жизнь, тот не спешит. И перестает грузить. Вот список участников не открывает. Но мы-то честные ребята. Мы могли бы сейчас видео закрыть, ну еще раз записать, чтобы... Так сказать, не было пауз неловких. Но мы не такие. Мы идем честным путем, в отличие от многих компаний, которые стали в последнее время появляться. Чем-то поразительно похожи на нас. Удивительно. Просто удивительно. Смотрю каждый раз и удивляюсь. Не похоже только тем, что люди... Татьяна, вот молодцы мы. Сейчас бы закрыли бы и все. Поздравляю с победой. Татьяна, свяжитесь со мной ВКонтакте, администратор группы Призариум, Бабицкий Виктор. С первого раза мы вот определили. Несмотря на долгую загрузку, несмотря на йоту ужасно. Всем спасибо за внимание, удачи в акциях. Не забывайте вступать в группу спонсоров. Пока!